Привет, это Струнодёр, и на очереди у нас вечно молодой, очередной 52-й телекастер American Vintage. Самый телекастерский телекастер из возможных у Fender, ну и вообще, наверное, в мире, да. Вот, я синевый корпус, кленовый гриф без накладки, вот такой сзаду, две крутилки, три кобылки, цвет баттерскотч. Что еще нужно? Вот, дабы долго не распинаться, я сейчас сразу вот поиграю на чистом звуке Fender Blues Junior, потом еще пару мыслей порассказываю, потому что, говорю, тут распинаться особо не о чем, потому что далеко не первый это телек, ну и как бы, что тут долго трындеть. Давайте попробуем. Значит, несколько наблюдений, которые вот сейчас в процессе ковыряния у меня вылезли. Я понял, что мне офигительно мешает вот эта штуковина. Вот. Но так как я играю вот так, пальцами цепляю, значит, и мне еще надо крутить, я люблю крутить ручку громкости, то мне вот эта штука мешает жутко, как я понял. Вот. Но так как все нормальные люди играют медиатором, им это не особо импортит как бы впечатление, да. Значит, еще что. Очень многие любят, чтобы был вот именно такой бридж аштрей, да, там в виде пепельницы, чтобы были обязательно три вот эти кобылки, а значит, не модерновый бридж такой, как на делюксах, например, да. Вот. Ну и, в общем-то, что еще? Ну, еще у меня сейчас есть American Original 62. По большому счету, Fender, как я понимаю, сделал так. То есть была серия American Vintage. Сейчас они изменили название на American Original. Ну и, грубо говоря, имеем тот же вид, только сбоку. Да? Вот и все. Я не думаю, что там что-то радикально поменялось, потому что, в принципе, в этих телеках менять особо нечего. То есть это отработанная история. То есть 52-й это значит, вот я синевый корпус, кленовый гриф без накладки, 62-й.
62-й, это ольховый корпус, значит, и кленовый гриф с палисандровой накладкой, ну, еще с ободками, он такой покрасивее, да, хотя, по-моему, вот это, ну, вот, ну, это канон, вот, это 52-й, тут с этим ничего не сделаешь больше, вот, давайте сейчас я подключу педальку E-Drive и сделаем то, что что-нибудь поковыряю на этом замечательном телеке. Сказал, то есть любителям телекастеров, в общем-то, что называется, от добра добра не ищет, и я думаю, что да, есть, безусловно, у Сур такая же планомодель, там, классики, есть у Нэша были у меня несколько телеков интересных, были еще какие-то, но, в общем-то, это уже достаточно дорогая история, кастом-шопы, опять же, но, в принципе, если как бы любишь телеки, то вот лучше такого телека, ну, в принципе, что называется, от добра добра не ищут. То есть за относительно вменяемые деньги получаешь все, что должен делать телек там. Ну, вот я буквально сегодня, пока там перемещался по городу, значит, слушал в наушниках Алана Джексона, такая звезда кантри. Вот, ну, такой современные аранжировки там со скрипками, с гитарами, с гармошками и телекастер, конечно, там впереди планеты всей, поливы, соло, там все дела, вот, значит, или там Кейт Урбан, там мой любимый гитарист, там Билл Фризел играет на телеке, значит, подобно там, на Билл Фризел играет свой амбиентный джаз, вообще на телеке можно играть все, ну, кроме свирепого металла, хотя некоторые товарищи это тоже ухитряются делать, ну, видимо, очень сильно любят вот эту форму, да, там, ну, или Ричи Котсон, там, у которого, конечно, свой телек такой, говорит, очень роковый, вот, но тоже телек, да, и он там пальцами там выковыривает рифы, высекает как не в себя. Телеки разные важны, и телеки разные нужны. Но 52-й стоит во главе всего этого телебесия. Ну, а дальше кто во что гораст. Вот, гитара это в лавке, гитара наличная, гитара продается, кейс бумажки к ней присутствует. Так что, что называется, welcome. А я на этом прощаюсь. Вам спасибо за внимание и пока-пока.